Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 17-го тура АПЛ Арсенал-Вестхэм. Встречается первая и 16-я команда АПЛ. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Давайте посмотрим на последние матчи команд. У Арсенала в последнее время нарисовалась интересная тенденция. 3 победы, 1 поражение. Такая схема сыграла уже дважды. И на очереди стоят как раз 3 выигрышных матча. Вест Хэм в последних 3 матчах и забивал, и пропускал. Очные матчи. В последних 12 очных матчах молотобойцы лишь однажды выиграли у канониров. Еще 2 были зафиксированы ничья. Остальные 9 матчей остались за Арсеналом. Поэтому можно говорить, что Вест Хэм является очень удобным соперником для Арсенала. Еще бы, начиная с 2017 года, на Эмирейтс хозяева неизменно побеждали, одержав 7 побед к ряду. Хозяева гости. Арсенал в этом сезоне выиграл все 6 домашних матчей, причем с результативным счетом. Лишь в одной игре Арсенал не пропускал. Вест Хэм выиграл только 1 выездную игру, было это еще на старте сезона. В отличие от Арсенала, 6 из 7 выездов молотобойцев были низовыми. Прогноз на исход матча. Учитывая текущую статистику выступлений команд и статистику их очных встреч, ну ничего другого здесь, кроме победы хозяев, не придумать. Конечно, в футболе случается всякое. Например, пару сезонов назад никакущий Шеффилд Юнайтед прибил на Олд Траффорд другой Юнайтед 2-1. Да что там далеко ходить, перед чемпионатом мира в Катаре скромный Брэнфорд убрал действующего чемпиона на его поле. А на самом мундиале Саудовская Аравия, например, выиграла у будущих чемпионов мира. Примеров таких в футболе масса, но ловить подобные сенсации очень-очень сложно. Поэтому здесь логично пойти накатанной дорожкой и взять победу Арсенала. Тотал голов. Встречаются 2 противоположности. Арсенал дома играет только результативные матчи. Вест Хэм на выезде почти все играет по низам. 5 из 7 выездов молотобойцев были сыграны вообще со счетом 1-0. В очных матчах чуть чаще в этой паре получаются результативные матчи. То же самое можно сказать и об очных матчах на поле Арсенала. Предыдущая очная игра на Эмирейтс закончилась со счетом 2-0. Никогда в последнее время в этой паре не игралось 2 низовых матча на поле Арсенала. Поэтому шанс на результативный матч, пожалуй, чуть выше. Коэффициенты примерно соответствуют потенциальным рискам. Поэтому тут можно играть любой из вариантов. Кто больше любит рисковать, надо брать низовой матч. Кто больше любит надежность, надо брать результативный матч. Обе команды забьют, да нет. Вест Хэм не забивал в 2 последних своих выездах и не забивал в предыдущем выезде на Эмирейтс. Шанс на то, что гости забьют, не такой уж и маленький, с учетом того, что Арсенал дома почти всегда пропускает. Подводим итог. А ожидаемый вариант на этот матч — победа Арсенала, коэффициент 1.56. Оптимальный вариант — тотал больше 2.5, коэффициент 1.85. Доходный вариант, ну пускай будет ничья 1-1 на первый тайм, коэффициент очень хороший — 8.70. Вест Хэм в этом сезоне в выездных матчах первый тайм либо играл в ничью 0-0, либо проиграл 0-1. Ну, пора бы уже внести хоть какое-то разнообразие в эту нудотину и сыграть, ну, хотя бы на 1-1. Как же оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.